Друзья, всем привет! Мы сегодня приехали в нашей области в эко-отель. Это сейчас очень модно. Он находится в классном месте, в лесу. Сейчас я вам покажу, как он выглядит и сколько стоит здесь отдохнуть. Вот это наш домик. Здесь номера самые маленькие, на двоих. Можно уместиться вчетвером. Вот, все остальное уже очень сильно больше и дороже. Номер вот, этот один, он стоит 4400 в будни и около 7000 в выходные без еды, это только проживание. Вообще территория очень классная, я еще покажу сейчас вам. Здесь вот домик, по-моему, на 6 человек, здесь вот очень большой двухэтажный домик, в общем, очень красиво. И вот мы находимся прямо в лесу, и тут где-то дятел даже сидит и стучит по дереву. Очень классно. К природе вообще вопросов нет. В принципе, мне очень нравится это место вообще в целом. Сейчас покажу, как выглядит дом. Заходим. Смотрите, ручка какая интересная. И вот номер. Вид такой у нас открывается. И здесь небольшая прихожая, микроволновка, чайник, холодильник. Вешалка для курток. Забыл, как называется вешалка слова. Вешалка для курток. Тоже обратите внимание, как она все сделана, интересно. Дом целиком полностью из цилиндрового бревна. Проходим в основную комнату. Деревянный пол, коврики. Здесь диван, стул, небольшой столик. Ну вот максимум вчетвером здесь можно уместиться. Тумбочка какая-то. Раковины здесь нет на кухне. Телефон, чтобы позвонить на ресепшн, дополнительные услуги заказать. Здесь есть спа, такой небольшой бассейн, хамам, сауна. Здесь это мы с собой привозили, антисептик, чай, кофе и соль, перец. Посуда вся есть. Здесь тоже вот можно посмотреть посуда. Вот у нас стоит. Единственное, мне не нравится, что здесь достаточно темно, но зато какой вид, посмотрите, сейчас пойдем. К окошку и прям в лес смотришь. Ну, там санитарка стоит. Сломал всю картину. Но вот так вот, если смотреть, прям очень даже красиво. И здесь у нас вот дверь. Это спальня. Спальня тоже небольшая, крохотная совсем. Здесь вот кроватка, обогреватель, детская кроватка, стеллаж. И еще одна комнатка, это душевая. Здесь свет включается. Вот. Здесь душ. Туалет, раковина, полотенце, шампунь, гель для душа, все здесь есть. Ну и, в общем-то, все. Вот такой вот у нас сегодня номер. Здесь вот небольшой зоопарк. Здесь, правда, написано козы. Но здесь совсем не козы, здесь кролики. Он сидит, моется. Вот. Здесь тоже домики. Здесь малыши. И там вон белки. Вот там. Вообще очень красиво, погода еще такая хорошая, и вроде не мороз, и слякоти нет, и солнце светит, прям замечательно. Вон кисы гуляют, кошек очень много, их здесь все подкармливают, они прям себя чувствуют отлично. Красота какая.